Приветствую, коллеги, друзья! С вами Екатерина. Мы любим наши растения, и, конечно, всегда интересно их размножить. У меня есть видео, как я использовала приспособление для размножения монстеры. Можете посмотреть это видео. Но решила пойти другим путем, потому как получила комментарии, что легко можно размножить укоренением ветки, не отрезая от растения. Ну, смотрите, что у меня получилось дальше. Есть у меня желание направить вот эту стрелочку в это кашпо. Осталось шпильку сделать и добавить немного грунта. А потом просто обрежу, когда произойдет укоренение. Сегодня 29 октября. Решила показать, как буду устанавливать шпильку, чтобы не сильно травмировать. Конечно, лучше бы чуть-чуть в другую сторону, потому что там вот он, листочек того растения. И добавлю сюда грунт. Видно, что я здесь установила шпилечку. Но стала замечать, что сохнет макушка у одного растения и у другого. Возможно, не хватает света. Хочу попробовать снять эту шпилечку и проверить, есть там корешок или нет. Шпилька снята. Нет, не захотел. А я была уверена, что пойдет. Поэтому сейчас подниму наверх, не дам погибать, а тот горшочек мне придется убрать отсюда. Нехорошо ему. И этому тоже. Видите, макушка какая желтеющая. Черенок развивался хорошо. Все с ним было нормально. Но вот смотрю, что макушка гибнет. Этого не должно быть. Поэтому убрала оттуда растение и установлю на другое место. Всегда, когда растение подает сигнал, вот как здесь, видите, не хочет расти, значит, надо установить на другое место. Установила я эту монстерку на другое место. Посмотрим, как себя поведет. Очень хочется, чтобы ей это место понравилось, так как если место не нравится, растение тут же нам показывает. Мне плохо, помоги мне, пожалуйста. Ну и, конечно, начинаем применять все меры. Первое, что я сделала, установила горшочек на другое место. Этому ростку, который не захотел укореняться, дала опору. Это стебель кукурузы. Очень надеюсь, что растению здесь понравится, так как света больше. И результат моего эксперимента. Не получилось укоренить монстеру таким способом. Уже весной попробую методом обрезки черенка укоренить. Делитесь вашими методами. Как вы укореняете растения? Что нравится вашим растениям? Всего доброго! Екатерина Снытко, Молдова.